Volkswagen открыл шанхайский автосалон с пресс-конференцией под названием «Вечер кроссоверов». Не секрет, что марка активно осваивает этот сегмент рынка по всему миру. В Китае Volkswagen сейчас предлагает 6 моделей кроссоверов, но уже в следующем году их станет 20. Первым на сцену выкатили компактный T-Cross – малыш, построенный на базе европейского хэтчбека Polo. Года через два эту модель локализуют и в России. А пока она продается только в Европе и теперь вот в Китае. Причем местная вариация отличается бамперами и интерьером. Вторая новинка уже глобальная – это серийный Terramont X. От известного Terramont'а машина отличается фарами, укороченным задним свесом, более сильным наклоном задней стойки и строго пятиместным салоном. Общая длина уменьшилась на 13 см, хотя колесная база и ширина не изменились. Китайский Terramont X оснащен 2-литровой турбочетверкой мощностью 220 лошадиных сил или турбомотором V6 2.5 с отдачей почти в 300 сил. Для местного рынка модели T-Cross и Terramont X будет выпускать совместный завод SAIC Volkswagen. Для Китая это важно, потому что другому совместному предприятию с компанией FAV приготовлены совсем другие кроссоверы. Первый из них незатейливо назван SUV Coupe Concept и основан на местной модели Tayron, которая в свою очередь близка к глобальному Тигуану. Поэтому под капотом у концепта известный турбомотор на 220 лошадиных сил и 7-ступенчатый робот DSG. Второй шоу-кар под названием SMV Concept – это уже более крупный аналог Terramont'а длиной 5 метров 10 сантиметров. Заявлен салон с тремя рядами сидений и тот же набор агрегатов, что и у Terramont'а, то есть моторы объемом 2 или 2,5 литра. Оба концепта выйдут на китайский рынок уже к концу года, но под какими названиями и шагнут ли за пределы Поднебесной, пока неизвестно.